Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами играем в Craft the World. Гномы у нас спят. В прошлой серии мы обустроили ловушки для негодяев, которые замерзли. Вот это поворот. Ну да ладно, я думаю, мы с этим справимся и углубимся дальше в гору. Ну что ж, погнали. Давайте задачим гномов какими-нибудь задачами, да? К примеру, нам нужно застроить, пожалуй, так, построить. Так, пока что строить. А, до сюда дотянется? Хрен туда дотянется. Так, вот сюда вот приколупать такую штуку. Ускориться. Угу, так, стой. Выбрать гнома. Стой. Иди сюда. Мы сейчас с тобой будем делать дела. Как ни странно, эта штука так работает. Я понятия не имею, как и почему. То есть, когда мы... Так. Чтобы не ждать никого. Так, птички. Кыш. Ладно. Так. Что у нас не получается? Наверное, надо отколупать вначале. Ну-ка, а вначале, если мы тут поставим? Нет? Короче, хрен пойми, что... Как это работает? И почему я не могу приладить туда? Так, стоп. Ну? Нет, не хочешь? Так, ладно. Мы... Так, господи. Я не пойму, птицы что ли мешают или что? Что мне мешает сюда приделать гребаную лестницу? Так, мне надо... Так, ладно, все, свободен. Короче, не? Не полетите? Так, еще раз. Херак, херак. Так, сюда, херак. Сюда. Фиг пойми, что происходит. Так, свободен пока что. Иди бегай. А, так, кто-нибудь туда дотянется? Нет, не дотянется. Так, вот. О, так можно сделать. Так, приделать туда штуку. Сюда заколупать. И нам нужно... Нам нужно... Где у нас в прошлый раз они тут еще прорвались? Где-то здесь у них тут еще ход есть. Ага, вот он. Так, во-первых, вот это откопать. Во-вторых, сюда телепорт. В-третьих... Заменить... Сюда поставить лесенку. При помощи этой лесенки мы сейчас тут будем лазить. Так, построить камень. Построить. Заменить... Проходик пока ставим. Так. Как у вас успехи? Ну, здесь просто нам нужно будет, да, вот так вот пробраться, чтобы здесь иметь возможность туда-сюда носиться. Так, сюда, сюда. Надо, наверное, что-то еще поставить на исследование. Есть у меня такое предположение. Ай, правда, это не точно. Так, жареная уха туда-сюда. Ну, давайте на все бабки. А мы можем это создать? Ну, не очень много, но лучше, чем никто. С этим тут, да, прокол вышел в прошлой серии. Я раздолбал все кроватки. Поэтому кое-что... Так, библиотеки нет, стоп. А мы же библиотеку, я помню, я хотел сделать библиотеку. Причем как бы, так, это я не могу делать, это могу, но еще не хочу. Так, библиотека. О, все уже, все есть. Так, библиотека. Возвращаемся сюда наверх.
Опаньки, мы тут кое-что себе откопали. Еще немножечко проруем. Вот здесь вот тоже прокопайте. И библиотеку... Да, библиотеку еще создайте. Так, а в чем проблема? Где все гномы? Так, кто-то бежит. Так, кто хрюкает? Я слышал, кто-то хрюкал. Так, отарить этого негодяя. Кто какими-то глупостями занимается. Шикардос. Так, библиотеку. Нет, нет. Нет. Эй, господи, да уберись. Так, удалить коридорный светильник, мы там в библиотеку прилазим. О, неужели? А этот тут, я не знаю, до морковкиной задницы, видимо, будет стараться, да? Так, стой, выбрать гнома, замри. Водицы. Так, стой. Так, наливаем, наливаем. Так. Продолжаем наливать. По идее, оттуда больше не должны лезть гномы. Ой, гномы. Орки. Ну, как говорится, посмотрим. Так, где я тут еще старался что-то сделать? А, вот здесь. Так, а почему? Горит свечка. Так. Почему я опять построить-то здесь не могу? Так, стой. И отмена. Так, удалить дешевая стена. А, удалить дешевая стена, удалить какая-то дрянь. Вот эту вот откопать. Портал здесь открыть. Вот так прокопать. Так, здесь поставить лесенки, чтобы можно было туда-сюда лазить. Тут у нас куда-то ход дальше. Так, занасильничать негодяем. Так, что у нас тут еще есть социально полезного, ценного или туда-сюда? Тут никого и ничего. Ну, вроде как, да? Вроде бы уже все разграбили. Так, не знаю, что это, удалить доски. Наверняка пригодятся. У нас там, блин, 4 минуты до нападения. И мне не нравится данный факт. От слова вообще. Так, портал. Стой. Иди сюда. Мы с тобой будем тоже творить разные дела. Блин, водицы не хватит. Так, все свободно. В срочном порядке нужно натопить воды. Так, загасить улитку. Так, построить, построить. Построить, построить, построить. Успеем за 2 минуты? Или не успеем? Вопрос открытый. Вот интересно, что еще с этим вот льдом будет. Потому что вот у меня прям так. Добыть. Добыть. Так. Не надо ничего отколупывать. Стой. Так, добыть. Добыть. Ага. Так, стой. Выбрать гнома, подожди. У нас есть спецзадание. Посмотрим, что эти, блин, негодяи-орки с этим сумеют сделать. Все, мы тут залили. Свободен. Так, портал, чтобы могли тут туда-сюда бегать. Тут что-то как-то темно, подозрительно. Так, вот. Не знаю, вот здесь факел приделай. Угу, 40 секунд. Так,
Телепорт там есть. Тут товарищ старается. Рано или поздно отклупает. Сейчас посмотрим, что у нас произойдет. Где у нас вообще появится вторжение. Кстати, о вторжении. Ай, так. А, с бинтами у нас жопа. Так, ладно. Смотрим на вторжение. Тут у нас, кстати, вода потаяла. Угу, то есть они себе отклупали новые места, твари. Угу. Так. Стой. У нас все кончилось. Прям большая проблема. Не знаю, на характере парня. Угу. Ребят, а вы раньше побежать туда не могли, нет? Забить вот этих негодяев. Так, удалить тотем. Блин, ну это до морковкиной задницы можно теперь чистить. Я не знаю, то есть если заниматься чисто капыванием этой дряни, то... Ну, как бы это прям можно просто чисто этим и заниматься больше вообще ничем. Мне не очень это нравится, поэтому... Поэтому что? Поэтому откопаем здесь снег. Вот этот не будем. Так, монетки 21.40, еще рано. У нас проблемы с листиками. Так, и они там все пожрали. Так, вот этого вам, того. Все, наворачивайте. Так, библиотека. Так, библиотеку мы сейчас придумаем. Тут, во-первых, можно дальше идти исследовать, да? Так, во-вторых, водиться надо тут. Так, построить. Угу. Надо снег найти. Потому что, ой, снега. Топку снег. А, дерево с листиками. Вот. Отколоть. Телепорт. Вот это вот все сколоть. Потому что без листиков нам прям труба. Так, на последние бабки. В принципе, у них там прямой, образно выражаясь, ход есть. То есть они найдут проход. Угу. Так, вот это вот тоже забрать. Ягодки отколупать. Единственное, что я еще не понимаю, почему вот здесь не растет ничего. Ну, как бы, нет, вот здесь дрянь отрастет. А вот здесь ничего не растет. Очень странно. Так, там этот старается работает. Тут проколупали. Так, что это? Копать. Тут дальше есть ход. Ну, то есть заделывание работает. Здесь больше никто не появляется. Вопрос, как говорится... Блин, манны больше нет. Okay, манны нет, но вы держитесь. Здесь все замерзло. Как это все работает? Так, очень странная тут система ходов. Так, ладно, тогда мы здесь добудем воды. Сейчас, может, сюда откроет телепорт наш этот мах-волшебник. Не знаю, может быть, просто заколупывать без воды камнем? Не знаю. Так, давайте вот здесь, вот здесь. Стоп, а где у нас еще они вылезли? Вот тут они еще вылезли. Да, вот здесь, наверное, удобнее будет эксперимент ставить. Так, заменить. Заменить. Вот здесь поставить одну лесенку.
Заменить, заменить. Так, заменить. Построить. Короче, так, удалить. Нет, надо, видимо, удалять все-таки эти стены. Потому что немножко неловко получается. Так, ладно, развлекайтесь. Мне нужен один доброволец. Ты. Стой. Нет, стой. Мы пойдем исследовать. Не надо страдать. Так, свет включили. Туннели. И аккуратненько. Так, на одну телепортацию мне хватит. А больше мне и не надо. Так, не стани. Все-все-все, угомонись. Мы прям куда-то вглубь горы лезем. Угу. Не надо кричать. Пока рано. Отсюда мы можем уже, блин, не убежать. Так. Куда-то прям мы... Стоп. Подозрительно. Подозрительно тихо. Тихо, 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 тихо. Так. Отхерачить. Угу. Так, ты. О. Ты, стой. Как же меня это бесит. Так, ты. Блин, ты. Так. Ты. Сюда. Рекс. Угу. Бежать. Так, вот это вот убрать. Выбрать иному. Пойдем со мной. Так, а где светильники? Почему светильников нет? Ёпть. Бежать. Ребята, я вам друга привел. Не то чтобы друга, но плюс-минус. Так, блин. Не густо бинтов. Так, стой. Никуда, сволочь, не уходи. Пойдем. Ребята, я вам еще одного привел. Ага, красавцы. Ёпты. Бежать, 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 бежать. Пацаны, вы еще тут? Пацаны. Так, ребятки, добейте там еще одного. Я пойду дальше там. Приключения нам искать. Бежать. Бежать, 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 бежать. Пацаны. Смотрите, кого привел. Ребята. Ага. Занасиловать. Так, фонарик. Сколько у вас там? Так, бежим, 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 пацаны. Я еще друзей привел. Ага, ага, ага. Хорошо, они немножко тупые. Так, телепорт. О. Я научился драться. Как мне убить?
Ирак? Так, пацаны. Так, стой. Эй. Так, выбрать гнома. Контроль. Стой. На, раскатали. Так, пацаны, давайте вот здесь вот устроим шухер. Так, нет. Удалить тотем орков. Угу. Кто-то там, блин, хрюкает подозрительно. Так. Выбрать, стой. Так, контроль. Угу. Ёпты, бежать. Так, победим. Так, надо, наверное, подсобить ребятам. Так, использовать, Ну, просто слишком много у меня нету бинтов. Будем лечить, ну, скажем так, по дэшке. Кстати, надо попробовать сделать лечебных ресурсов. Угу. Так, выбрать. Контроль. Стой. Пойдем там еще по это поисследуем. Так, пацаны. Забить это говно. Я вам там еще друзей привел. Угу. Жесть. Тут нас подхиливает, это вообще шикарно. Так, пацаны, еще. Угу. Да вы там вообще кончаетесь, нет? Так. Кто там? Удалить тотем орков, нет? Так, выбрать гнома. Контроль. Бежать. Твою мать. Ну, нормально, нормально. Красавелла. Так, выбрать. Мы... Да господи, что тут... Их там что это? Где-то производят? Так, стоп. Тут там совсем плохо. Так, это что? Эликсир манны. Не совсем то, что нужно. Так, лечить. Лечить. Ну-ка, может мы можем... О, огонь. Так, пацаны, сейчас мы поправим здоровье. И пацаны, и девчата. И пойдем щемить врагов. Так, держи. Тоже хильнем. Не жалко. Не, ну, чутулю жалко, но именно чутулю. Так, так, ладно, ты груженый? Ты не груженый. Пацаны. Так, пацаны, еще привел. Да у вас там что, где-то это рожальни, что ли? Вас там где-то рождают? Что происходит вообще? Так. Бежать?
Бежать? Не, может быть, мы ее и забили бы, но мы вначале сейчас пацанов пригласим. Так, ну-ка. Так. Угу, красавелла. Так, сейчас мы подлечим там нашего исследователя. О, непорядок. Так, выбрать гнома, контроль. Так, во-первых, фонарик. Где фонарик еще? Так, шикарный. И еще один фонарик. Угу. Так, удалить, 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 забить. Так. Так, манюни. Забить, сходить всяких. Так, удалить бутыль, доски. И у нас сейчас нападение будет. Так, мешки, копать. Угу, угу. Так. Контроль. Пойдем дальше исследовать. Тут-то отсюда эти твари прыгали. Толпой большой. Так, а чё? Я не могу пролезть тут. Почему-то странно. А почему они могли? Так, занасильничали. Ага, тут тотем. Так, тут какая-то хрень. Удалить тотем орков. И у нас сейчас нападение будет. Так, тихо. А, образно выражаясь, вижу твою проблему. Так, это во-первых. Во-вторых... А можем ли мы? Не можем ли мы? Что характерно и что печально. Так. Листочков тоже пока нет. О, отлично, здесь сработало. Ну и спокойной ночи вам, малыши. Не, в принципе, это нормальная тема. То есть они здесь появляются. Но твари такие не тонут. Так, проверяем пацанов. Блин, есть покоцанные. А бинтов у нас прям вообще не густо. Так, а для особо пораненных... Так, тебе тоже... Так, стой. Кто-то там меня, по-моему, видел совсем без сознания почти. Ну, не, вроде бы все не то чтобы живые. Так, там кто-то подхиливает. Так, вот тебя немножечко мы подхилим. Тебя самую чутулю. Да жесть. Так, стой.
Ладно, не. Так, забейте. Так. Угу. Да господи. Откеда вас тут столько, а? Одище. Нет, стой, замри. Так. Ой, свет в конце тоннеля. Так, как мне сюда запрыгнуть? Угу, так, фонарь. Вообще, я видел там какого-то гоблина. Достанем. Плюс-минус. Так, свободен. Вот это вот копать. Ага, телепорт. Копать. 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 Удалить. Жесть. Нифига себе, мы утащили за раз. Так, тут есть еще как... Я не знаю, что там, но там что-то есть. Так, фонарик приделать. Так, а что у нас с этими товарищами? Так, а, стоп, а где у нас эти товарищи? Вот. А, ну то есть им там... Видимо, трындец настал. Не, схема рабочая. В принципе, можно пользоваться. Ладно, с этим мы еще разберемся. Так, им надо все дособирать. Мне надо таки... Что? А, я библиотеку изучил, по идее могу всякую дрянь. Да, делать. Ну, этого говна мы можем накрафтить. Плюс... О, добыть, 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 и это тоже добыть. Так, что покушать у них есть? Так, снега изъять. Не знаю, пытаемся что-то сделать. Можем, кстати говоря, героя взять. Интересно, на следующем уровне мне героя дадут или не дадут? Потому что, может, конечно, отжигателя взять. В принципе, я думаю, он тут на массах будет хорошо работать. Так, а что мы можем тут еще такого? А, ну можем ушиться бахнуть, да, чтобы прокачать. Пока точно не знаю зачем, но можем. А, ну откроется эта фигня. Это прям все выгодно, пашня нам подсобит. Подсобит. Потому что начнем сажать всякие помидорки, если они у нас есть. Так, тоже вот. Дофига все добыли. Нет, ту колонну не надо удалять. А... Копать. Просто надо, чтобы мана еще прокачалась, было бы неплохо. Так, мне нужен... Блин, все заняты. Просто мне нужен доброволец слазить куда? Вот сюда. А, я туда не смог залезть, потому что уперся куда-то головой. Так, во-первых, сюда, во-вторых, вот сюда, вот так вот, да, и вот здесь вот, так, копать вот это, откопать, лах, если достанете, достаньте, отрубите, так, доски забрать, колонну забрать, что, кто, где, опыт, ага, шикардос, угу. Башню можем делать. Вот. Только для этого нужна земля. Угу. Ну, как говорится, за неимением лучшего заберем тут землю. Так, а заменить земля. Вот здесь вот отколупать. Так, здесь забрать. Здесь заменить земля. Забрать, потому что, ну, башня нам объективно будет важнее. Чем земля. Так. У нас прям
конкретно не хватает, видимо, рук. Пашню на все бабки делаем. Так, пашня, пашня, пашня. Пашню вместо воды пока что поставим. Без воды и ни туды, и ни сюды. Нам вот это вот сюда... Вот эту всю фигню надо проходить. Вот этой штукой, да? Так, и вот здесь тоже надо... О, чернила кончились. Что? Черепки. Не знаю, нахрена оно нам, но... Так, немножечко чего-то оставим. Скорее всего, пузырики кончились, да? Ну, пузыриков мы, наверное, да. Можем себе позволить энное количество бахнуть. Ну, не то чтобы без лишних проблем, но плюс-минус. Так, у нас... Где мы? Где? Мы вот здесь. Нужен доброволец. Так, ты что-то несешь, но... Пойдем со мной. А как сказать тебе бросить? Ну ладно. Не будешь пока бросать ничего. Пойдем. Пойдем, пойдем. А, то есть отколоть это можно. Окей, ладно. Иди. Тут-то где-то сволочь хрюкает. Чую вот здесь. То есть там, видимо, у них логово. Можно, конечно, попытаться было бы здесь проколоть что-то, но, скорее всего, это, блин, выйдет не очень хорошо. Да и вообще, возможно, боком нам. Так. Землю никто не принес. Да что вы за люди? Какие вы люди? Так, а где мы устроим пашню? А что пашню же надо будет где-то сделать. Пашню тут на улице, мне кажется. Так, что? Проколупать себе ход. Ребят, вот... Вот это вот отколупайте. Чё вы, блин? Мнёте всякие, блин, части тела. Так. А здесь больше мы не порыбачим, да? Да, вот здесь добудьте воды. Добудьте. Ладно, рыбачить там пока что не нужно. Вот с рыбалкой здесь открытые вопросы, да? Так, тут вот тут просто, я не знаю. Давайте попытаемся... Блин, не то чтобы... Давайте здесь их вызовем. Ближе к территории. Они там уже куда-нибудь разлетятся. Они куда-то полетели. Ну, окей, тут тоже пусть таскают. Сейчас землю хотя бы принесут. Ага. Так, вот это говно откалите. Так, ладно, это не обязательно. Какие же вы долгие, блин, нудные. Так. Аж не почти хватило. Так, стоп, сейчас она туда сама упадет. Пашню. Пашню надо где-то сделать. Но, по идее, мы можем ее сделать вот тут. Ну, в принципе, да. У нас тут небольшая будет пашня. Здесь мы будем растить помидорки. Так, заменить... Нет, кованую стену мне не надо заменять. А удалить коридорный светильник. Ну, как говорится, блин, тяжелые времена, тяжелые решения. Так, давай, ребята. Нам бы вот сейчас уровень еще докачать, и было бы вообще шикардос. Тут мы что, тут мы прям, блин, 0,1 балалайка не доделали. Пшеничные зерна. Пшеничные зерна... А, ну пшено мы сейчас тоже сможем, ну, сажать туда-сюда. Нужно только... Нужно только. Так. Эти тупят, туда лететь не хотят. Ну, давайте, я не знаю, все-таки мы тут призовем их. Потому что тут у нас, блин, собирать, не пересобирать. Так, а здесь, подожди, где у нас тут отверстие было? О, отколупали. Так, гномы голодные.
Не знаю, мне не очень нравится, то есть вот эта концепция, то, что нужно просто лазить по всей этой чертовой горе, она немножко раздражает. Так, вот эту херню отколупать, может быть, там будет листик. А листики нам прям нужны. Нам нужен уровень, чтобы чуть-чуть качнуть. Так, построить башню. Угу. Так, а помидорки у нас есть? Нет, помидорки, наверное... Нет, не здесь, по-моему, помидорки водятся. Нет, должны здесь водиться помидорки. Но помидорок у нас, походу, нет. У нас есть только пшеница. Черепки, тряпки, панцири, мука. Ладно, посадим, что есть. Так, где у меня пшеница была? Где-то, блин, тут, по-моему. Нет, вначале достроить надо. Так, нам дичь сама идет. Так, а эти что? А в чем у вас проблема? Почему вы не несете? Так, копать. Что это? Это что? Это завал? Копать. А как у меня здесь гномы прошли, если это завал? Но гномы проходят. Так, копать. Ну фиг знает, может эти ребята привередливые. Не умеют так делать, я черт знает. Так, нет, это не надо откапывать. Так, фонарик здесь прикупайте. Это заберите. И что-то надо сделать вот с этими крендельками, которые всякого нацепали себе и не хотят никуда идти. Где у меня вообще все остальные? Так, этот здесь что-то бегает, носит. Нам нужны, наверное, дополнительные склады, потому что, блин, это не дело на самом деле. Так, вот это вот прекрасно. Так, а если вот это прекрасно, мы листиков себе набрали. Так, шедеврально. Ребят, это не самая ценная добыча, которую вы можете заохотить. Так, построить. Угу. У меня есть еще 5 пашни. В принципе, мы можем, к примеру, вот здесь поменять. На пашню, да? А, заменить передние. Заменить. Нет, стоп. Так, ладно. Давайте посмотрим, что будет, если заменить здесь кованую стену. Тут у нас будет 2 этажа тогда. Так, а чё ты бомж какой-то? Ты вновь прибывший бомж. Так, держи тебе топор. У нас эти топоры там есть. И всякое такое. Да, кованую стену он будет до морковкиной задницы пилить. Отлично. И опять до уровня не хватает. Это печально. Семена моркови. А, туда-сюда. Так. Огурцов. Блин. А, ну ладно. Я сейчас вот здесь вот посажу. Так, построить. Ты кто? И самое главное, откуда? Вот этот урюк. Так. Нам нужен ты. Выбрать гномов, взять. Так, пойдем. Так, стоп, где я? А, вот здесь я. Пойдем исследовать. Стой, нет, стой, вверх. Ты куда, гад, телепортировался?
Так. А как нам быть? Стой. А, мы вот так сделаем. По хитрости. Угу. Так. Нет, не надо этого делать. Так, копать. 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 Использовать. Использовать. Копать. Строить. Строить. Так, захерачить. Удалить, удалить, копать, копать, использовать, скопать. Это все им не надо, а нам это однозначно пригодится. Так, крыс истребить, копать. Там кто-то хрюкает. Копать. Не знаю, что это, копать. Так, стой. Стой. Ёпта. Так, удалить конструкцию. Так, выбрать гнома. Стой. О, стой, нету. Отлично. То обычные гномы туда не долезут. Да. Так. У нас сейчас... Бежать. Угу. Так, первое нападение и второе. Там, где не надо тоже. Так, гасите вот этого, он сейчас. Ёб твою. Стой. Распечатать фунфорик с манной. Так, кольцо навыков. Сейчас, наверное, да, до хера потратит. Кольцо навыков мы отдадим кому? Лучник, маг. Магу дадим. Выжигает просто всех к хренам собачьим. Так. Стой. Тебя подхилим. Так, тебя, видимо, тоже. Так, отлично, уровень. Да ешь вашу мать, блин. Так, у меня появился, вернее, сейчас появится механогном. Ну, выбирая между механогномом, так, нам надо бомжа одеть. Так, бомж, что мы тебе дадим? Прям-таки, чтобы хорошего оружия нет. Ну, не знаю, дадим вот это, оно типа стабильно, плюс-минус будет попадать. Дадим такую штуку, хотя даже можем хитиновый дать. Так. И кое-какую каску. Даже вот такую штуку дадим. Так, у нас тут где-то был, да, вот такой маг. Он будет чуть-чуть поинтереснее, да? И тебя сделаем еще лесорубом. Может, будет какой-то толк и будут давать побольше листиков. Так, вот тебя надо спасти. Ого. Так, стой. Ты прям, блин, пострадал где-то. Так, тебе немножечко дадим.
Угу. Давайте, пацаны, на характере. Так, тихо. Стой. Последние бинты тебе отдадим. Так. Что мы можем предложить? О, ребятки. Живем. Отлично. Тролли изнасиловали. Так, вот здесь вот копать. Так, прекрасно. Так, ты иди сюда. Дай. Сколько вас там, твари? Так, копать. Так, мне надо... Да, чтоб вас... Чего у вас там заражальня такая? Так, копать. Так, копать. Ну, мы сейчас вот таким вот образом сюда заберемся. Ну, плюс-минус. Так, выбор гнома. Пойдем. Да. Жесть. Так. Выбор гнома. Да жесть какая, а? Так. Кто там у меня под раздачу попал? Или кого-то хильнули? Угу. Капец, просто на крополях. На крополях идем. Так, хильнуть. Копать. Копать. Да ж... Твари. Где вы там, сука, рождаетесь? Так, ща, жить, держаться, как говорится, из последних сил. Угу. Так. Ёпты. Да тихо, тихо, тихо. Что ж такое-то? Бедный мой лучник. Так, полечить лучника. Угу. Так. Давайте возьмем отжигателя. Если он все сожжет, ну, знать, судьба такая. Но зато будет как бы отжигать. Этот, конечно, тоже прикольный, но мы здесь относительно мало всего копаем. Угу. Так. Забрать. Тут вызвать... Дурни, вот это вот потом все откопать. Так, пацаны. Вы вообще крутые. Как говорится, не думал, что я это скажу. Но. Так, что ты пытаешься откопать? Так,
Стоп. Я хочу... Так, тролль, исчезай. Я хочу удалить тотем вот этих идиотов. Так, удалить сундук. Книжный шкаф. Это тоже удалить. Удалить. Не знаю, что это, но все удалить. Угу. Так, у нас тут еще в эту сторону есть что-то. Так. Я не знаю, я-то в этой горе еще буду лазить просто до морковкиной задницы. О. Так, иди сюда. Я смотрю, прям умен. Ой. Ну, я не очень умен, но плюс-минус. Так. Угу. Так, сейчас мы загасим крыс. Ага. Блин, вот тут... Так, использовать. Выбор. Стой. То, что когда гном под управлением, очень неудобно. Так, а что это мы тут такое нашли? Шесть. Так, стой. Угу. Так. Использовать... запертый сейф, конечно же, удалить. Так, это все откопать. Не знаю, что это нам пригодится. Удобное кресло. Так, это какая-то хрень, которая нам, очевидно, тоже надо. Так, сюда копать. Везде все копать. Просто как не в себя. Так, там, по идее, должны были принести... Так, старые какие-то там шахтерские, ну, неплохие, кстати, на вид. Так, поджигатель-разжигатель, иди сюда. Ну, блин, тут у меня все-таки с местами установки прям... Ну-ка, ну, тут не всунем, а тут, блин, там какая-то дрянь мешает. Ну, не знаю, давайте тут поставим. Тут рано или поздно сейчас что-нибудь еще отколупаем. Так, это забрать, копать. Как я... Так, кованая. Не там все построилось на самом деле. Ладно, сейчас с этим разберемся. Так, говноеда прибить. Так, пойдем со мной. Так, как они чудно лазят везде. Так. Отколупать. О, склад. Нет, стой. Использовать. Все, сюда таскай. Отлично. Так, вы... Так, ладно. Так, сейчас им будет немножко поближе таскать. Это хорошо. Нам нужен еще один доброволец. Откуда... Откуда ты взялся, недоразумение? Копать. Так, выбор. Пойдем со мной. Ёб твою. Ребята, я тут приключение нашел. Так, ладно, плюс-минус зазря боялся. Как говорится, даже юбочка не помялась. Здесь вот пацанов вызовем, надеюсь, они найдут, куда идти. Да, найдут, отлично. Собрать всякое. Стопы. Кто там при смерти? Полечить.
тоже, блин, полечить. Да. Так, ладно, там плюс-минус их всех туда-сюда в разные места. Так, копать. Угу. А, так. Скотина, откуда вы тут идете? Так, копать. А, удалить. Так. Где у вас тут опять? Блин. Залежи вас. Так, использовать. Так, выбор. Ладно, беги. Выбор, стой. С тобой мы пойдем погуляем. Так, вот ё-моё тут. Когда-нибудь эта чертова скала, гора кончится, нет? Или я тут так и буду, блин? И не достать. Как вот мне ее открыть? Нет, не надо. Так, использовать. На пес с тобой. Копать. Так, вроде бы сейчас тут... Да хрен там плавал. Там опять куда-то можно уйти. Так, копать. Так, серия у нас затягивается. Как бы это странно опять не звучало, да? Так, тут... Опять всякой ерунды полно. Так, а откуда мы... Не, отсюда мы пришли. Так, удалить старый книжный шкаф. Это хрен с ним, не удаляй. Копать. Так, тут путь наверх. Тут в бок сюда. Здесь хрен пойми куда. Так, удалить сундук. Так, удалить, копать, забрать. Так, там опять какие-то заклинания. Так, копать. Тотем. Нет. Удалить тотем. Там кусочек мифрила нашли. Чую. Блин, сейчас серия опять будет большая. Ну, ладно. Так. Выбрать, стой. Пойдем посмотрим, что тут есть. Твою дивизию. Когда-нибудь, куда-нибудь, как-нибудь придем, вообще нет. Так, так свободен. Ё-моё, спокойствие. Так, использовать, копать, использовать, удалить. Копать, удалить. Вот это вот все скопать к чертовой матери. Так, улитка. Так, о, ты балду пинаешь, значит, мы с тобой пойдем исследовать. Кстати, там еще вверх можно куда-то забраться. Так, подожди, у тебя длинный посох, я помню. Сюда. Сюда. Нет, сюда не достанем. Тут вроде бы... Так, ну-ка. Это что? Удалить сейф. Так, тут вроде бы прям... Дальше особо деваться некуда, да? Так, копать, использовать... Копать.
Так, давай вот, ты сейчас откапываешь эту фигню. Так, что это, я не знаю, давай там посмотри. Вот здесь вот поставь, гномы голодные. Там человек старается. Угу. Тут тоже старается, тут что-то подзабила подруга. Так, здесь тупик. Ну, наконец-то. Ну, в смысле, не то чтобы наконец-то, но... Неужели? Так, ага. Здесь тоже тупик. Стоп, а куда нам дальше? Угу, здесь кто-то что-то опять хрюкает. Как туда попасть? Видимо, где-то с этой стороны. Но, между прочим, мы... А, вот здесь, видимо. Мы уже до середины горы долезли. И это радует. Я думаю, что в этой серии мы... Так, мы закруглимся. Вот здесь только сейчас соберем... Ой. Соберем все, что не приколочено, да? Крыску пустим на шашлыки. Так, что у нас тут вообще есть? У нас тут что-то есть, но что пока непонятно. Так, 6. Старые шахтерские. 5. Будешь чуть более модный. Так, стоп. Ты. Не, ну ты как бы из того, что у нас есть, ты плюс-минус. Кольцо навыков. Тебе понт его давать нет. А тебе вполне себе. И вот такую штуку. Как говорится, и попугая матершинника. Так, один эликсир здоровья. Кошки там какие-то. Ребятки, давайте откалите эту штуку. И мы с чистой душой. И практически чистой совестью закруглимся. Потому что я пока не понимаю, как бы, в чем у нас тут вообще смысл в целом. Но в целом интересно. У нас тут сейчас будет нападение. Ну и, пожалуй, чтобы не ждать еще нападения, я вам скажу до свидания. До скорых встреч, дорогие друзья. Увидимся в следующей серии. А я пошел отбивать нападение. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки, ну и про колокольчик тоже не забывайте.